Ребят, всем привет, вы на канале Савчук ТВ, и сегодня мы приготовим самую вкусную пасту, которую я ел за последний год. Погнали! Для этого она нам понадобится луковица, берем, нарезаем. Перец, болгарский перчик нарезаем помельче. И томаты. У нас помидорки черри, можно брать любые помидорки. Так, ребята, для этого нам понадобится 500-700 грамм фарша, у нас 700. Солим его. Добавляем в него паприку. Вот лепешок пошел. Паприку добавляем, Черный перчик. Приправляем его приправкой для мяса. И еще одной приправкой для мяса. Кто-то добавляет базилик, кто-то добавляет, ну, разное. Каждый свою приправу может добавить, какая нравится по вкусу. Мы добавляем так. Смешиваем для курицы и для мяса две приправы. Все это размешиваем дело. Перемешали хорошенечко все. Разогреваем нашу сковородочку, добавляем масло. Берем грамм 60-80 спагетти. Раскатываем на ладонь, чтобы вам удобно было обвернуть это все. Берем наши спагетти. И начинаем заворачивать. И выкладываем на нашу сковороду. И ложим на сковороду, начинаем обжаривать с каждой стороны наши макарончики. Не знаю, сколько у нас там штучек лезет. Обжариваем, ребят, пока без крышечки, пока, чтобы фарш у нас со всех сторон взялся, прожарился. Ребята, обжариваем со всех сторон,
перевернули, обжарили и потом добавляем наши порезанные ранее овощи, лучок, перчик. Поливаем еще чуть-чуть маслом, ребят. И 20-20, минут 20 тушим просто овощи с мясом. Накрываем крышечкой. Далее, ребята, нам понадобится 2 ложечки кетчупа либо томатной пасты. Одна ложка сметаны, но мы добавляем чесночный соус. Нам нравится больше чесночный соус. Потом добавляем еще немножко приправы. Еще раз чуть-чуть перчика. И куркумы. Наливаем воды в стаканчик приблизительно. И перемешиваем нашу пасту. И снимаем крышечку. Заливаем сюда все и тушим еще 20 минут. Так, ребята, прошло у нас еще 20 минут. Я думаю, что наши овощи готовы. И осталось нам добавить последнюю вишенку на торте. Это сырок. Мы берем обычный нарезной сырок. И закрываем крышкой еще на 5 минут, чтобы растаял сыр. Все, ребята, и вот какая красота у нас получается.